сейчас я нахожусь на выставке Anime Japan. Снимаю, правда, сейчас с телефона, потому что на камере уже все снял, она разрядилась, но я решил вам немного показать, так сказать, сделать небольшое промо-выставки. Видите, сейчас люди стоят такие, прутся под музыку. Дело в том, что вот этот человек в зеленой такой накидке, это диджей популярный в Японии. Он выпускает разные диски и рисует музыку для аниме, то есть достаточно популярен. Поэтому люди пришли так, чтобы он послушать. Сейчас правильно все покажу, здесь что есть. Вот так вот выставка выглядит, в принципе, с другой стороны. Тут несколько разных полов, чтобы все пройти, надо время. Девочки снимают. Идет большой Кирита, большой сильный с чемоданом. Говорит, что здесь есть гентама. Пойдем посмотрим. А, да, действительно, гентама. Много людей собралось. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Давали много различных бумажек всяких, рекламы, конфетов. ましょう。はい、じゃあみんなでね、素敵な写真撮りましょう。はい、じゃあ前のね、カメラ見てニッコリしようかな。あ、いいね。素敵な笑顔できました。 Вот такой небольшой видео. あ、どうかな。撮りました。はい、ありがとうございます。アカウントもね、今ね、プレゼントしてるので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。 Я даже не уверен, что меня слышно. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. До встречи в следующем видео. До свидания.